КНДР вывела на околоземную орбиту спутник или какое-то другое устройство. Такую формулировку использовал официальный представитель Пентагона Питер Кук, говоря о космическом пуске, произведенном в Северной Корее в воскресенье. При этом в военном ведомстве США готовится расширить систему ПРО на корейском полуострове. В то же время, как сообщают американские СМИ, аппарат под названием «Сияющая звезда» выходит из-под контроля. До стабильной орбиты он не долетел, не удалось получить с него сигналы южнокорейским военным. Между тем, там уверены, дальность полета ракеты составляет 12 тысяч километров, что может говорить об межконтинентальных баллистических испытаниях, проводимых КНДР, хотя для Пхеньяна они под запретом. Резолюцию с ответными мерами готовится в БЕС ООН. Впрочем, в Вашингтоне не исключают и односторонних шагов, но, как отметили в администрации Белого дома, эти действия будут скоординированы с другими странами, в частности, с Россией и Китаем.